Здравствуйте, Юра! Привет. Дон Грачёза! Здравствуйте! Что, блинчиками балуемся? Так масленица! Масленица? Вот это вот! Да, вот это чучело! Охренительно, охренительно! Что для вас масленица? Что это, праздник для вас? Или какая-то... Конечно, праздник! Языческая тема какая-то? Викингизм? Сейчас жертву принесем. Жертву? Жертва! Ну да! Ну так что для вас? Праздник, масленица, пожрать блинов, выпить водки, а водку ты не пьешь. Ну и что? А, шашлыки, блины, да, да. Жечь чучело. Ну да. Вы пьете, блин. Понятно. Не так весело. Отлично. Здорово, жулик Мундо. Здорово, здорово. А для тебя что масленица? Масленица? Да, блин, что это? Гуляния всякие, знаешь. Гуляния? Ну, на, конечно, там, на саночках. На блины там ходят. Четвертый день по этому самому. В воскресенье вот эту штуку вот выбирают. Ага, вот сегодня как раз жгут. Вот сейчас мы ее будем, сейчас. Да. Чуть позже, сейчас мы тут. А блины где украл, жулик? Не скажи. Сейчас масленица, это, в первую очередь, это такие масляные блины. Я вот просто шел и хотел попробовать блин, потому что, блин, ну так блина хочется. Вообще, конечно, это большое эстетическое удовольствие и масса визуальных аффектов просто. И когда будут сжигать эту женщину, мы поднимем копья и щиты и будем плясать веселый канкан. Холмс опять вас понесло. Холмс вас опять понесло. Выдаешь. Масленица вещь. Просто сидишь так порой, вот хочется кого-нибудь сжечь. А потом пошли там, ну, так вот, что-то такое. И вроде как легло. О, Мундул! Здорово! Здорово, братан! Здорово, Дон Грачёза! Подкинь-ка дровишек в огонь! Каких тебе дровишек, блядь, подкинуть, ёпта? Хуй тебе, а не дровишек, блядь! Ребята, сейчас в интернете много роликов, люди там рассказывают, как вот лайфхаки всякие там. Хуякие. Типа вот костер там из миллиона спичек. А мы вот сегодня попробуем, можно ли размотать бобину вот этой вот этой ленты на грача. И что с ним будет? Ленты обмотать трех знатных бугаев. Скажите мне, пожалуйста, как вы решили заняться нудизмом? Захотел. Не, ну это что, я не понял, какая-то культура определенная. Это чувство свободы, чувство раскрепощенности, чувство воли. Я говорил, что масленица — это масленица визуальных. Что значит для тебя масленица? Не ладно.